Анонс и точная дата выхода второго сезона сериала «Родственные связи». Премьера второго сезона стартует на телеканале 1+1 с 24 февраля. Сюжет второго сезона. В этот раз история семьи Исаевых заиграет новыми радужными красками. Судьба смилостивилась над ними, и в их семействе все наладится. Мария обретет наконец свою дочь Анастасию, от которой отказалась при рождении. Да и сама молодая женщина, которая выросла в сиротском приюте, находит родную мать. Кажется, что ее неприятности далеко позади, и можно жить и радоваться. Возлюбленный супруг Маши, Петр, смог принять и понять поступок жены и ее непростое прошлое. Но никто не обещал, что будет легко. Компания, которую возглавляет мужчина, неожиданно оказывается на грани банкротства. Спасает от безнадежной ситуации своевременное предложение о сотрудничестве от некого Станислава. Кто бы мог подумать, что успешный предприниматель и инвестор окажется первой любовью Марии и отцом подросшей Настеньки, которого все считали погибшим 20 лет назад. Как воспринять это известие? Прошлое с головой накрывает всех ведущих персонажей. Еле налаженный быт опять летит кувырком, а размеренный мир Исаевых рушится, словно карточный дом. Получится ли у них в очередной раз найти в себе силы, чтобы противостоять тяжелым испытаниям и с честью выйти из этого водоворота неприятностей? Напомним, премьера второго сезона сериала стартует на телеканале 1+1 с 24 февраля. Серии будут выходить по 2 в день. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки. Приятного просмотра!